Расступись, честной народ, не пыли дорожка. Сюда ярмарка идет, погулять немножко. В Заволжском районе Ульяновска прошла сельскохозяйственная ярмарка. По данным регионального Минсельхоза, было реализовано продукции на 19,7 миллионов рублей. Самыми востребованными оказались овощи, их продали 69 тонн. На втором месте мясо и полуфабрикаты, их отпустили в руки покупателям 23 тонны. Ульяновские сладкоежки с торговых прилавков забрали 12 тонн сахарного песка и 11 тонн меда. Хочу заметить, что цены, представленные на ярмарке, существенно ниже в магазине, процентов на 15-20, что очень достаточно неплохо для приобретения продуктов овощного набора для зимы, заготовок. Также линейка продукции молочной, также продукция переработки сельскохозяйственной продукции, колбасы, сыры всяческие, саженцы также можно приобрести на этой сельскохозяйственной ярмарке. Более 15 тысяч горожан приобрели 4 тонны муки, 104 тысячи штук яиц, 2 тонны молока и крупы, более 3 тонн рыбы и хлебобулочных изделий, а также почти тонну растительного масла. Ульяновские огородники тоже без покупок не остались. Для них привезли саженцы деревьев, различные цветы, кустарники и семена. Украшениями ярмарки стали товары, сделанные своими руками. Мягкие игрушки, шапки, брелоки, деревянные шкатулки, валенки, унты, домашние тапочки и многое другое. Реализация продукции осуществлялась в 307 машин почти всех районов области. Следующая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в железнодорожном районе на проспекте Гая 29 октября. Светлана Карпухина, Улправда ТВ.